Да так кулаков трахнем, чтобы, как говорится, душа из них вон. Вот какая история. Так, Степан Иванович, одну секундочку. Трахнем-то трахнем. Но ведь вот нам говорят, что... Что мы, товарищ, похожи на пидоров. Часто проявляем... Излишнее мужеложество, товарищ. Мы пидоры? Серьезно, Владимир Ильич? Совершенно серьезно. Не может быть. Алексей Максимович, что это сегодня с Владимиром Ильичем? Да сотни лет! Ебали мы их! Под нами земля горит. Нас душат со всех сторон. А мы должны пожалеть какой-нибудь, ну, условно, дрянь там какую-нибудь. Чтобы взад все навернулось. Излишняя жестокость. Я не знаю, ну что я вам буду, Владимир Ильич, объяснять это. Вот вы у товарища Горького спросите. Ведь товарищ Горький тоже это хорошо знает. Мужеложество. Вот я теперь у него спрошу. Простите, я что-нибудь не так, что ли, сказал, Владимир? Вы абсолютно все правильно говорите.